Лесовоз и междугородний автобус столкнулись сегодня на трассе Бийск-Барнаул. Есть погибшие и пострадавшие. Такова легенда учений, которые в эти дни проходят в крае. Мирно! Здравствуйте, товарищи! В работе задействовано 56 единиц техники и 172 человека. Это специалисты гражданской обороны, противопожарной службы, ГИМС и другие спасатели. Это этап всероссийской тренировки. В крае она будет проходить в течение 3 дней в разных точках. Поэтому региональное управление МЧС просит граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Завтра спасатели будут отрабатывать действия служб при утечке аммиака на крупном предприятии города. Смотрите материал в вечернем выпуске новостей.